Входим в Намчи базар, столицу шерпов. Какая красота! Вот столицы-то как выглядят, друзья, нормальные. А не то, что... Вот какая красота. Лате Пемба, дома шерпа, дома. Восходительница на Эверест. Первая женщина на вершине Эвереста. Лотосы, мантры на каждом камне. Непрерывно вращающиеся молитвенные барабаны. Вот то сколько святости-то вырабатывается на единицу населения. И как туризм преображает некоторые районы. Футбол тот или что это, как называется, волейбол какой-то. Вертолетная площадка над Намчи базаром наносит облака снизу. Вон долина Дудхколы, по которой мы сюда пришли. Там внизу мост Хиллари. Уже здесь под нами пролетают вертолеты. А вот столица. Намчи базар. По субботам здесь непальский рынок, ну то есть шерповский. Тибетцы уже через перевалы не ходят сюда, как было раньше.